Ой, где пропал? Коляшенька. Ну как так вот? Поматросил и бросил, гад ползучий. Вот этот. А я уже вещи собрала. Ну да, она уже собрала с ним уехать. Он там такие комплименты. И у него же, наверное, Мерседес есть. Да, у да, Коля, да. Раз он назвал себя так. Коля, откликнись, где ты там? Помаши ему ручкой, Коля. Я плачу. Воздушный поцелуй. Пошли. Так, ну это слишком рано. Это рано не надо, да? Тогда... Ну, он Коля. Меня обнадежил, и где он? А я тут буду поцелуи раздавать. Да, такие красивые комплименты. Посылал Викторию, и вдруг куда-то исчез. Вот все мужики такие, козлы. Да. Угу. А сейчас едем. Одного козла искать. Искать одного козла. Вчера убежал. Такой же, блин. Жорка. Вот уже второй день нету дома. А где у нас объявление? Покажи. Вон мы едем расклеивать объявление. Вот оно. Видите, Жорка убежал, ворота открытые случайно были там 5 минут, и он щелку выщемился, порвался. Щелочку сквозанул, и его видели в районе больницы вчера. Вот едем туда, сейчас будем вешать объявление. Ну ладно, значит, я... Монтирую видео, потом, когда приедем, приклею и их выложу сегодня. Может быть, кто-то из наших подписчиков, даже кавказских, видел Жорика, да? Вот. Ну, хорошо, ладно, все. Поедем искать. Вот ходим по больничным дворам. А тут вот такие вот собачки. Ну, пойдем дальше. А мы везде объявления оставляем. А вот одна собачка нас прям вообще уже ввела прям в недоумение. Вот сейчас покажу. Беленький тут где-то бегает. Похоже на Жорика. Ну, дворняжка. Мы два раза ошибались. Думали, что это Жорик. Виктория заходит во все кабинеты, подсобки. Не видели? А-а. Нет, да? Там, наверное, кухня какая-то, раз маленькие собачки. А где же тут белый? Жора! Видишь, два раза нас сбил с толку. Вот она, собачка. Вы думали, что это Жорик? Кто-то его забрал. Потому что по разговорам его вчера видели здесь. Он бегал, и все говорили, ой, какая собачка хорошая, кожаная. И, видимо, кто-то домой забрал. Ну, я думаю, что вернут. Потому что телефон везде оставили. Вот. Здесь мусорные баки, обычно собаки тоже крутятся, но здесь тоже нет его. Ну, уже три человека сказали, что видели его. А та беленькая, вон она. Вон побежала, видите, очень похоже на Жорика. Но не Жорик. И вот мы вчера ночью здесь ходили с фонариком. Теперь вот еще ходим, ищем. Ну, крикни. Жор! И вот какая-то собачка бело-черная. Ой. Далека все, кажется, жориками. А ты что здесь сидишь? Ты видела нашего Жорика? А? Не видела? А что ты такая? Может быть, у тебя тут щеночки? Ладно, пойдем дальше искать. Поликлиника.
очереди нету. Обычно здесь в будние дни очередь, сегодня выходной. Когда-то я сюда ходил, проверялся. Клумбочки здесь чистенько, хорошо. Какие-то вон эти фигурки айболитов. Хорошо, так и не видать. Ну, девушка, которая убирала здесь листья, сказала, что вчера весь день он здесь бегал, и все говорили, ой, какая хорошая собачка, ухоженная. Видимо, кто-то его взял к себе домой. А ты не видел Жорика?